Джинсы Техас называется, такое говорящее название. Я помню то время, как сложно было достать джинсы. Сегодня это возможно и по доступной цене. Максимальная скидка, она действует только в течение одного дня до 12 часов ночи. Джинсы представлены до 62 размера, от 46-го. Звоните сейчас, пока есть ваш размер в наличии. Ну, Лера, тебе классно. Спасибо тебе большое, Олечка. Ты знаешь, на самом деле, я вообще очень люблю джинсы, а классические джинсы, ну, классические, это значит, что темно-синие джинса с небольшими выбеленными полосами я люблю особенно. Ну, потому что, во-первых, они идут совершенно всем, не имеют возраста и хороши в разных сочетаниях. И с блузами более нарядными, и с более простыми рубашками. И вот джинсы поистине вещь универсальная в гардеробе. И, ну, ты знаешь, я даже не могу представить, наверное, ни одного гардероба, в которых бы их не было. Абсолютно с тобой согласна, но есть маленькое но. Не все джинсы можно на свою фигуру натянуть. У меня бывали такие ситуации не раз. Примерочную захожу, вроде бы да-да-да-да, но вот в районе талии, ну никак, нет, понимаешь, приходилось снимать. И брала максимальный размер, потому что в магазинах чаще всего до 50-го, не больше. Да, действительно, во-первых, размеры не всегда можно найти в своих магазинах. Но вот ты знаешь, Оля, эта проблема посадки, она в джинсах принципиальная, потому что на самом деле именно посадка делает джинсы, вот то, что называется, да, их принципиально важно правильно подобрать. Для легкой посадки в последние несколько лет джинсы добавляют стретчевые волокна, вот как в нашем случае. И это, конечно, нам гораздо облегчает подбор и посадку джинсов по фигуре. Тем более, что именно вот такие классические джинсы хороши тем, что садятся на разные типы фигуры. А значит, дистанционная покупка может быть совершенно комфортной. То есть, я тебя правильно понимаю, джинсы делаются из хлопка? Да. Здесь есть хлопок. Конечно, здесь 75%, между прочим. Ну, то есть добавлены специальные волокна, которые позволяют нам посадить идеально джинсы на любую фигуру. Вы это слышали? На самом деле, я хочу пройтись на подиум, прогуляться и показать вам, что действительно эти джинсы сидят прекрасно на разных типах фигуры и сочетаются совершенно разными нарядами. Смотрите, у меня тип фигуры песочные часы и достаточно хорошо выраженные бедра, которые я периодически, конечно, пытаюсь всегда скрыть, периодически пытаюсь их как-то подуменьшить, но в этом случае мне совершенно не хочется, да и не нужно, в общем-то, этого делать. Ну, а что касается Леночки, у нее тип фигуры верхний, то есть бедра у нее гораздо уже, чем у меня, но при этом на ней тоже джинсы прекрасно сидят. Поэтому давайте посмотрим на нас на обеих сейчас, посмотрим на то, как сидят джинсы на Лене. Видите, вот на прямом типе фигуры они еще больше вытягивают ножки. Кстати, Лена наделает эту джинсы с каблуком, и за счет этого визуально у нас еще больше вытянулся образ. Но и каблук позволяет нам сочетать эти джинсы вот с такой нарядной блузой. Кстати, она у нас будет следующим лотом, поэтому весь образ можете для себя приметить уже сейчас. А с чем вы будете сочетать джинсы Техас? Специальное предложение только сегодняшнего дня. В любом случае, мы будем вам представлять сегодня различные вариации и заказывая не только джинсы, но и в компанию приятную в виде блузы, вы можете сэкономить на бесплатной доставке. Помните, что сегодня последний день бесплатной доставки от 3900 рублей. Плюс скидка сегодняшнего дня на стильные модные джинсы Техас, которые представлены у нас даже в больших размерах. Звоните сейчас. Звонки бесплатные. Вер, можно сейчас спрошу самый главный вопрос? Посадка. Меня интересует, потому что чаще всего сейчас какие-то джинсы делают с низкой посадкой. В них сесть невозможно. Нижнее белье видно. Сколько раз мне муж делал замечание: Оля, встань, Оля, подтяни джинсы. Скажи, пожалуйста, какая здесь посадка? Посадка здесь высокая. Вы наверняка оценили, как хорошо джинсы подтягивают фигурку. Но сейчас вам продемонстрирую наглядно эту посадку. Посмотрите, вот даже поверну специально спинкой. Видите, вот такая здесь высота сидения. То есть посадка здесь не слишком завышенная, но выше, чем стандартно принятая. Достаточно для того, чтобы бока нам и животик подобрать. Еще вот есть такая проблема, когда мы приобретаем джинсы, буквально 2-3 дня проходят, и мы понимаем, что джинсы нам велики, сразу думаем: ух ты, я похудела. Это неправда. Мы не похудели, джинсы растянулись. Скажи, пожалуйста, с нашими джинсами такого не произойдет? Либо, как делает моя подружка, она берет сразу на размер меньше, еле протягивается. Но потом я говорю: правильно сделала,
потому что они растягиваются в процессе. Их да, очень, но ты знаешь, растягиваются джинсы без добавления стретчевых волокон. Растягиваются джинсы те, которые просто из чистого хлопка сделаны. А здесь у нас добавка стретчевых волокон. Вот еще раз вам продемонстрирую, как они хорошо тянутся, но при этом и возвращают свою первоначальную форму. Соответственно, за то, что джинсы растянутся, здесь можно не переживать. Ну что ж, друзья, звоните прямо сейчас, пока действует цена только сегодня на джинсы мечты. Джинсы, которые изумительно садятся на любую фигуру.